Накаляется обстановка на Корейском полуострове. Сеул возобновил пропагандистское вещание на территорию КНДР, что всегда вызывает гневную реакцию Пхеньяна. И для защиты громкоговорителей разместил на границе артиллерийские установки. Поводом для этого стали последние действия северных соседей. В среду КНДР объявил об успешном испытании водородной бомбы. Впрочем, специалисты сразу высказали сомнения в том, что эта информация соответствует действительности. По мощности взрыв не отличался от предыдущих атомных. Предварительное заключение о его типе и характере уже сегодня обещают обнародовать в организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.